Привет всем! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня приготовлю безумно вкусный летний торт. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, начнем. Берем емкость, взбиваем сюда 5 яиц. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером на максимальной скорости 4 минуты. Затем добавляем сюда пакетик ванильного сахара и дождиком подсыпаем обычный сахар и хорошо перемешиваем еще 2 минуты. У меня здесь 150 грамм. Вот такая пышная масса у вас должна получиться. Миксер больше использовать не будем. Теперь берем муку. У меня здесь 180 грамм. Добавляю к ней 1 столовую ложку крахмала с хорошей горкой и просеиваю в тесто. Сюда же добавлю чайную ложку разрыхлителя 5 грамм и все это аккуратно перемешиваю ложкой либо лопаткой. Берем форму диаметром 22 сантиметра, дно нужно устелить пергаментной бумагой, бока смазывать ничем не нужно и выкладываем в нее тесто. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 170 градусов примерно на 40 минут. Бисквит готов, я его оставлю на 15 минут, затем вытащу из формы и уже на решетке оставлю полностью остывать. Когда бисквит остыл, берем 40 грамм желатина. У меня желатин рассчитан 15 грамм на пол-литра жидкости. Обязательно смотрите свою инструкцию. Добавляем 150 грамм охлажденной кипяченой воды. Хорошо перемешиваем и отставляем в сторонку, пускай набухает. Тем временем берем 400 грамм клубники, я ее помыла, почистила и теперь нужно ее измельчить в пюре. Я буду использовать вот такой измельчитель, вы же сделаете так, как вам удобно. И получившееся пюре перетру через сито для того, чтобы удалить мелкие косточки. Если вам эти косточки не мешают, то вы этот процесс можете пропустить и ничего не перетирать. Теперь добавлю в клубнику 200 грамм сахарной пудры, количество пудры вы можете регулировать сами. Хорошо перемешаю и пока отставлю в сторонку. Также я порежу еще 250 грамм клубники на 4 части, вот так вот, видите? И откину на сито для того, чтобы стекла лишняя жидкость. Далее берем 400 миллилитров жирных и очень холодных сливок и будем взбивать на максимальной скорости до устойчивых пиков. Вот посмотрите, вот такие сливки должны получиться. Я взбивала 4 минуты. Как только вы заметили, что сливки начали густеть, сразу переставайте взбивать, потому что получится масло. Теперь добавляем сюда 300 грамм любого творожного сыра. У меня рикотта. Но если нету, то можно заменить обычным вкусным творогом, перетертым через сито. Клубнику сахарной пудрой тоже сюда. И перемешиваем примерно 1 минуту на минимальной скорости. К этому времени уже как раз набух желатин и его нужно растопить. Сделать это можно на водяной бане, либо в микроволновке, как я. Я его буду топить при мощности 450 Вт и каждые 10 секунд я буду доставать и хорошо перемешивать. Ему ни в коем случае нельзя дать закипеть. Вот посмотрите, вот такой жидкий он должен получиться. Теперь выливаем его вот сюда вот в крем и все быстренько перемешиваем на минимальной скорости. Все, вот посмотрите, суфле вот такой густоты у вас должно получиться. Далее все делаем быстро, потому что желатин постепенно застывает. Берем бисквит, разрезаем его на 3 коржа. Если он у вас поднялся горочкой, то эту горочку нужно срезать. Вот видите, посмотрите, какой красивый пористый он у меня получился. Далее берем блюдо, на котором будет торт кольцо. Я обложу его пленкой. У меня вот такая, я вырезала ее из обычной плотной канцелярской папки. Укладываем сюда первый корж. Кольцо получше так затяните. Бисквит я буду пропитывать. И для пропитки я буду использовать обычный клубничный компот. Но вы можете использовать то, что вам захочется. Выкладываем сюда 1/3 крема. Половину порезанной клубники. Следующий корж. Старайтесь так как бы немножечко придавить его. Тоже пропитываем. Еще одну часть крема. Оставшуюся порезанную клубнику.
Третий кож, который остался последний, его нужно пропитать вот здесь вот в стороне. И выкладываем в форму. Опять же немного придавливая. Обратите внимание, что верх торта – это низ моего бисквита. И выкладываем сюда оставшийся крем, равномерно распределяя. Все, и теперь в таком виде ставим торт в холодильник примерно на 5 часов. После холодильника я уберу форму. Аккуратно вот эту вот пленку. И теперь торт можно украшать. Для украшения я взяла 100 грамм черного шоколада, добавила 50 миллилитров жирных сливок и все это растоплю в микроволновке при мощности 450 ватт и каждые 15 секунд буду доставать и хорошо перемешивать. Вот посмотрите, вот такой жидкий шоколад у меня получился. Теперь выливаю его в подготовленный кулечек и буду украшать шоколадом. Вот посмотрите, вот так у меня получилось. Сверху я добавила капли белого шоколада, одну клубнику, разрезанную пополам, и два листика мяты. Но вы можете украсить так, как вам захочется, и я уверена, у вас получится еще красивее. Вес торта 2,450 и высота 11 сантиметров. И сейчас я, конечно же, разрежу и покажу вам, что же получилось в середине. Вот посмотрите, торт безумно вкусный и по-настоящему летний. Приготовить его можно из любых ягод либо фруктов, а зимой из замороженных. Обязательно попробуйте. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.